thousand times. On your shoulder, I can reach an endless sky. Feels like paradise. For two and two together forever, we'll never change. Two and two together, we'll never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret. И завтра уже известно, что за третье место сыграет команда Италии. Первый полуфинал закончился со счетом 3-0. Голландия обыграла Италию, а значит, завтра Голландия будет играть в финале. Ферхат Акбаш, главный тренер, 29-летний наставник турецкой команды. А этот тренер наш, Юрий Николаевич Маричев, и сборная России в таком составе. Итак, первый номер — Яна Щербань, доигровщица. На пару вместе с ней на этой позиции 15-й номер — Татьяна Кошелева. Любопытный контраст получается. Трибуны болеют за красных, но тем не менее это наша команда. Пожалуй, самая домашняя команда из всех европейских сборных. Их точно не смущают трибуны, они не боятся этой суперответственности. Очень любят вот такую атмосферу, поэтому, конечно, турчанки сегодня максимально мотивированы. Более того, 4 года назад здесь же, на этой же площадке, именно сборная Турции выиграла квалификацию и как раз в полуфинале тогда обыграла сборную России в 4 партиях. Поэтому сегодня нам есть о чем вспомнить и не делать прошлых ошибок. Площадку, и какой блестящий блок наши девушки ставят. Яна Щербань отличилась. Один в один закрывает эту атаку. Сейчас вот мы посмотрим повтор. Сетки здесь не было. Яна Щербань прыгала далеко от нее, поэтому мяч точно останется у нас. Сил два выиграл, еще дважды использовал как перерыв. И вообще замечательно с этой технической новинкой освоился.
Доигровка у нас и блестящий накат. В принципе, не самая простая ситуация была у Щербань. Ну вот по таким обработкам мяча можно сказать, что наши не завелись и не погнались за соперником. Тяжело начиналась партия, и мы спокойно-спокойно сравняли счет, и сейчас уже перевели игру под свой контроль. Смотрите. Все видела Яна. Вот, пожалуйста, повтор. Высокая обработка, накат за блок. Против нее очень высокая блокирующая. Давай. Сейчас, конечно, у них КПД будет значительно ниже, чем в поединке с той же Бельгией. Я думаю, что сейчас исправимся. Только прием нам нужен, а приема нет. Ошибается в приеме Яна Щербань и Щербань с приемом справляется, но не ладится передача. Ну вот так. Хорошо, что так. Сейчас практически стоя на полу Обмочаева этот мяч перебрасывала. Хитро. We'll be right back.
И сразу же в Любу летит подача на Риману Сой. Щербань из-за трех метров, но здорово атаковала Яна. Ну и чуть было не спасла этот мяч Гёздэ Кирдар. Чуть было арбитра с вышки не скинула. Да, запрыгнула туда на вышку к Сюзанне Родригес. Очень тяжелый мяч сейчас достался Щербань, отведенная передача. Ну а Гёздэ, конечно, настоящий боец. И... На счете 12-17 тайм-аут берет Ферхат Акбаш. Второй уже, кстати, перерыв у него в этом сете. Пытаемся мы, конечно, подслушать, что же говорит наш наставник. Я отмечу, что молодой турецкий тренер, я не знаю... Приятные мячи забивать, и действительно на нее вот никакой стресс не давит. Чем напряженнее игра, тем лучше для этой нападающей. Ну а так, конечно, не забьешь, там уже... Мало того, что родная сестра, еще и близняшка. Да, вот они как раз вдвоем за Авакыф две лиги чемпионов выиграли. Ну а Полен гораздо моложе, чем Наслихан Демир. Ей два ложно сейчас нашим девушкам, хотя речь идет только о том, чтобы поехать, отобраться в Рио-де-Жанейро. Но если помнишь, многие говорили, что как раз в квалификации борьба будет гораздо жарче, чем на Олимпиаде. Ну да, уровень европейских сборных выше. На чемпионате Европы. Да, собственно, может быть, даже и на Олимпиаде тоже. Да нет, конечно. Олимпиада – это вообще особенное дело. И как и по блоку в аут. Сейчас она пока этого не делала, но пытается на силу, на опережение переиграть блок. В скором времени поймет, что это не проходит, и будет крутить по блоку ваут. Юрий Марчев проводит двойную замену. Сейчас на место связки Жени Старцевой вышла Наталья Малых. Она усиливает блок. Мы видели, как это работает в пятом сете против Польши. На заднюю линию вышла связующая Екатерина Касьяненко. Как раз на сложной... И вышла не на подачу. Да. На сложной подаче Щербань нам нужен сейчас именно блок. Одну очку Яна выиграла, до сетбола добралась российская команда. И вторая, сложнейшая подача, затрудняем. Хитрый переброс. 6 сетболов у наших девушек. Четкая доводка. Очень хорошо Яна Щербань отработала в приеме в концовке этой партии. И 25-18 результат второго сета. Счет по партиям сравнивается 1-1. На состав российской команды Наталья Обмочаева и Евгения Старцева. В доигровке Яна Щербань и Татьяна Кошелева. В центре вернулась Ирина Фетисова. Ее совсем ненадолго в первой партии заменили. И Ирина Заряшко. И сразу первая же подача Щербань вызывает затруднения у турецких принимающих. Болельщиков на трибунах, не только в красные цвета окрашенные здесь зрительские места, есть и российский триколор. Мы будем надеяться, что с нашими соотечественниками там все будет хорошо. Мы видим, что очень много секьюрити в этих желтых жилетках. Ну и около нашей команды тоже очень много охраны. Вот говорят, даже невозможно подойти к
нашей команде. Для того, чтобы просто поздороваться кому-то из знакомых, это сделать практически невозможно. Нам показывают челлендж, который брала Турция. Мяч был за пределами площадки. И очень четко все это контролировала Анна Малова. Ну, а здесь блоком. Ну и довольно неприятная подача у Эды. Очень много принимает Щербань. Блокирующие коснулись сетки. 14-4 счет. Не то, что много, а просто фантастически. 31 подачу адресовали в ее зону турецкие волейболистки. Рядом Аня Малова 6 всего лишь раз она участвовала в приеме. Обычно принимающие 31 раз могут даже за всю игру не принять. На Щербань, конечно, огромная нагрузка сейчас. И в прошлой партии Яна очень здорово отпринимала. Сейчас у нее по итогам двух сетов 61% позитивной доводки. Это очень прилично. Но при том, что такая нагрузка. Но дважды ошиблась. Это тактика, конечно, турецких волейболисток. Подавать только в Яну Щербань. Постараться ее максимально расшатать в этом элементе. Действительно, были ошибки. Вот Яна на ваших экранах. Она, как вы знаете, не сумела принять участие из-за травмы в чемпионате Европы. Хотя была в изначальной заявке. Не знаю, достанется ли ей медаль эта золотая. Но с приходом Щербань, конечно, наша сборная еще только прибавила. Несмотря на такую активную поддержку публики, по российскому сценарию развивается третий сет полуфинала олимпийской квалификации в Анкаре. 16-8, двукратный перевес наших девушек в счете. Немножко, может быть, начали поднимать голову соперницы. И последние несколько мячей у них получилось сыграть, как хотелось. Но вот запаса должно хватить в этой партии. Ой, как хорошо сейчас оборвался мяч на лицевую линию. Еще одно заработанное очко с подачи. Яна Щербань ее выигрывает. Просто здорово. Турчанки сейчас поверили, что мяч улетает в аут. И меняют лидера, своего лидера на задней линии. Но уж я редко видела, чтобы Гёздэ подменяли как раз из-за проблем в приеме. Гюльденис Онау вышла сейчас при счете 8-17. Ну а Щербань сегодня просто фантастический матч выдает. Мы уже говорили о том, что больше 30 раз она принимала. Фактически одна за всю команду. Три эйса, четыре блока. Ведь еще один раз она успела за эту партию поставить. Еще и в атаке помогает своим основным бомбардирам. Обмочаевой, Кошелевой. Просто браво. Яна. Снова закрываем атаку одиночным блоком. И очень четко подсказывает всем девчонкам мячи, которые нужно обрабатывать на задней линии. Подсказывает Малова. Она ориентируется, она очень хорошо чувствует площадку. И вот сейчас именно она командовала. А вот не нужно трогать этот мяч. Турки снова сменили либера. Щербань достает на задней линии и дает шанс нападающим. Это Кошелева, к сожалению, вал. Заканчивать эту партию. Еще одна хорошая доводка Яны Щербань. Остается мяч в игре. Очередная атака сборной России. Снова через Обмочаеву. И снова мяч не падает на площадку, а смягчается. Старцева на страховке. Щербань ставит точку в этой партии. 25-12, 2-1. Сборная России впереди в этом полуфинале олимпийской квалификации. Thank you.
действительно, и так заволновалась Неслихан, когда Таня Кошелева упала, что не я ли помешала там чему-то. И вот сейчас тоже чуть было не столкнулись волейболистки. И, в общем, так по-теплому друг с другом пообщались. Ну, наконец-то мы справляемся с атакой из шестой зоны. И Щербань... Мяч в площадке забивает попала. Яна. Да. Ну, будет, наверное, видеочеллендж. Ну, будет второй технический. 16-14. Ну да, видимо, Ферхат Акбаш решил поберечь этот челлендж. А может быть, подсказали ему, что все-таки мяч четко попал в линию. Но вот на этом повторе мы видим. Ну, еще очень четко там флаговой арбитр отработал. Минуту или сейчас, или еще через круг расстановки. Даже Наталья Обмочаева там помогает в приеме. Опять не очень удобную для себя передачу она получает. Щербань, умница. Вот изо всех сил этот мяч было забить просто максимально, потому что, ну, нельзя было застревать и дальше в этой расстановке и устраивать себе какие-то неприятности. Итак, все уже рядом. Мы подаем сегодня. Вот правда, я не помню такой игры, чтобы у сборной России летела такая подача. Очередной эйс и выигрывает Яна Щербань. Четвертый эйс у Яны, а команды у нас 11.